Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас музыкальное видео. Вот. Я держу в руках, как вы видите, баян Ульфмейстер немецкий. Сегодня я хочу сыграть для вас песню. Это украинская песня «Біла хмара, чорна хмара». Где разные исполнители там пели, кто-то такой не пел. Вот, но наиболее такая, знаете, задорная она получилась, веселая. Это украинская группа ТИК. Кто знает, да, Виктор Бронюк. Кто не смотрел, по YouTube посмотрите. Она более так у них динамично исполнена. Она, во-первых, живая музыка там у них, значит. Я вам сегодня сыграю так, как я ее играю. Представлю вашему вниманию. Приступлю. Сегодня вспомнил, что я очень давно не играл, вот, и решил вот. Так что, если вам понравилось исполнение мое этой песни, прошу поставить пальчик вверх. Не забывайте подписаться на мой, на мой канал, нажать колокольчик, вот, чтобы вам приходили уведомления о новых моих видеороликах. Вот. Ну а подписки обязательно не забывайте. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Я еще хочу повторить то, что я уже многократно говорил в предыдущих роликах. Что вот я просто хочу дойти до 1000 подписчиков, и тогда уже имею желание поиграть, пообщаться с вами в прямом эфире. YouTube представляет возможность такую только тем, у кого есть 1000 и больше подписчиков. А пока только вот таким образом. Спасибо всем за внимание. Следите за моими новыми роликами. А на сегодня всем пока. До свидания. До новых встреч на моем канале.